Привет, я Катя Андреева, руководитель агентства недвижимости «Кригер» в Москве. Сегодня я очень удачно заглянула в гости к своей подруге. Во-первых, она классный мастер по ногтям, лучший в Москве, это 100%. Контакты оставлю под видео. А еще я вам сейчас хочу показать, как она грамотно превратила однокомнатную квартиру в двухкомнатную. Идем смотреть. Кухню и несущие стены никто не трогал. Изначально это была стандартная однокомнатная квартира от проекта «Самолет» застройщика. Но, так как у Наташи врожденный дизайнерский талант, она превратила ее в двушку. Вот здесь вместо этого шкафа был вход, собственно, в саму Наташину теперь спальню. Соответственно, слева от меня и справа от вас это спальня взрослая, а справа от меня, слева от вас, это, собственно, детская комната. Заходим в детскую. Здесь есть все необходимое: шкафы, кровать, рабочее пространство. Ну а так как дети могут быть шаловливыми, маленькими, просто закрыть дверь, здесь предусмотрено такое вот окошко. Но если все в порядке, то никто никому не мешает, отличная шумоизоляция и ничего не видно. Для сохранения пространства в комнате в детской здесь был предусмотрен на заказ вот такой вот стол, который продлил и подоконник, является письменным столом рабочим, соответственно, не занимает дополнительное место в комнате. В просторном санузле ничего не изменили. Квартиру и вариант планировки в ней вам показала Катя Андреева, руководитель агентства недвижимости «Кригер». Становитесь нашими клиентами. Очень надеюсь, что видео было для вас полезным.